Три взрыва с частотой 5 минут. Два в квартире произошло, то есть там держал заложник человек, а один взрыв произошло уже на площадке. Да, один это он уже бежал с гранатой, то есть сказал, я всех подору, полицейские его держали на прицеле, сказали, ложись, подними руки, а он в это время кидает гранату. И его, ну, он пострадал, руку оторвало у него. Екатерина, то есть хороший сосед, хорошие дети, она здесь купила квартиру, проживает очень хорошо, то есть именно мы с ней контактировали, она часто сотрудничала, мы кооператив являемся, и она сотрудничала на участке, вот ее участок. Это соседи говорили даже, то есть там, что неоднократно это он угрожал ей расправой. Идет. О, да.